Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! И сегодня у меня видео о моей косметике на месяц, на февраль. За январь, по-моему, у меня видео не выходило, потому что, особо вообще никакой потребности не было ничего там добавлять, и поэтому, я снимать не стала. Ладно, давайте приступим. В этом месяце некоторое количество средств все-таки я в уход добавляю. Поэтому есть хотя бы что показать. Во-первых, подходит к концу у меня шампунь от Чистой линии, поэтому добавлю вот такой вот шампунь, объем и свежесть, ромашка. Он у меня в запасах, наверное, может полгода, может чуть меньше. Нормальный аромат. Я шампунь от Чистой линии люблю, они мне подходят. Здесь 380 миллилитров, покупала в Ашане по акции. Вот, но параллельно с этим от Облепиха Сибелика питание и восстановление, облепиховый шампунь в объеме 500 миллилитров я вот из такой упаковки перелила в пластиковую. Вот. Но дело в том, что мне этот шампунь нравится, он мне подходит, но пользуюсь я им редко. И, кстати, здесь еще осталось, поэтому в пустышке не отправляется. Возможно, я вот отсюда сначала уже израсходую, потом отправлю в пустышки. Вот. Но как бы в любом случае ставлю сюда. В качестве бальзама я взяла от Faberlic Botanica. Но это единственное, что у меня было, в общем-то, в запасе, потому что средств для волос у меня крайне мало, они мало расходуются, и я вообще как-то не запариваюсь. Но, разумеется, сейчас буду уже смотреть какие-то акции, что-то заказывать, потому что, безусловно, хотя бы один шампунь, один бальзам у меня в запасах должны быть. Вот. У меня, правда, в запасе есть один шампунь из Фикс Прайс, с лавандой, которую я покупала еще когда только создавала свой канал. Я даже не помню, какой это был год, но у меня было два. И один я использовала по прямому назначению, шампунь отвратительный, и мне хватило его на два раза, он вообще не пенился, не знаю, отвратный шампунь. Но я его храню из-за аромата и буду использовать как жидкое мыло, вот, как-нибудь. Ой, попадала. Дальше решила достать из своих... давайте уже тогда пройдемся по волосам непосредственно. И, скорее всего, в этом месяце я буду красить волосы. Не уверена, если я крашу волосы вообще один раз в два месяца, в теории, вот как раз в феврале и можно было бы. Но, во-первых, месяц короткий, и не знаю, если поеду в Питер, покрашусь, не поеду, не покрашусь, оставлю на март. Так, теперь тоник очищающий, это, как всегда, особая серия, я добавляла, в общем-то, его в январе, более того, в запасах у меня не было, по-моему, в январе его, добавляла, не помню, я просто показывала этот бутылек, но, по-моему, в покупках, короче, добавила, потому что в запасах уже не осталось, я покупала в июле 2020 года, запас на год, но мне хватило чуть больше, вот, и мне не надоел этот тоник, я его обожаю, один заканчивается, другой ставлю в использование, так что вот очередной. Он имеет классный аромат, хорошо, очищает кожу, кожа после мягкая, не стянутая, я довольна. Дальше, интимка. Тут тоже я не оригинальна, от марки «Каждый день». Жидкое мыло для интимного ухода, 250 мл, стоит какие-то копейки. Аромат потрясающий, но он такой, знаете, ретро. Из бутылька он вообще супер концентрированный, а когда с водой соприкасается, он раскрывается, он очень классный. Я даже думаю, что, может быть, буду иногда как гелем для душа пользоваться, потому что мне нравится. Могу посоветовать, но, правда, если вам важна там какая-то кислота в составе, не помню какая, в общем, ее здесь нет, поэтому, если что. Для меня важно ее отсутствие, поэтому для меня идеально. А дальше гель для душа. Добавляю в уход от Ифраше Жардан Дюмон.
бразильский кофе. Ну, просто я уже не вижу смысла хранить. Я не знаю, какие тут сроки годности. Я в 2018 году летом привезла из Питера этот гель, и тот, который был в запасе, использовала. Поэтому вот с 2018 года он у меня стоит, берегла как могла, но все, пора бы уже использовать. Аромат потрясающий. Я не знаю, есть сейчас в Эфраше или нет. Да, аромат шикарен. Так что буду пользоваться. Ну, просто обидно, если, знаете, пропадет аромат у этого геля, еще что-то случится. Ну, обидно. Все-таки хорошая вещь, уж лучше поиспользовать. Это как бы аромат из разряда вкусняшек, потому что сейчас у меня стоит, ну, вот это какао, новинка от Avon, но подходит к концу, поэтому нужно что-то вкусненькое. Из разряда такого утреннего, еще что-то. Это будет от Фаберлика Орхидея, ой, Оранжерея, Пион и Лилия. Здесь объемчик 200 миллилитров, а здесь сколько? А здесь тоже 200 миллилитров. Вот. Ну, я, в общем-то, люблю цветочные ароматы, но больше люблю вкусняшки. Красивое оформление, поэтому пусть будет. Иногда мне и такие гели нравятся. И еще решила поставить малышку бодишоп, клубнику. 60 миллилитров мне Аня дарила. Привет тебе, огромное спасибо. Упаковочку из 3 миниатюрок вот таких вот. Классно, вкусно пахнет клубничкой. Ну вот, решила достать. Ну, потому что я особо никуда не езжу, только иногда в Питер. Но в Питере и так там у меня гели есть. Ну, я туда отвозила от Ифраше. Если закончится, можно купить в ближайшем магазине или воспользоваться мужским гелем. Неважно, мне без разницы. Я не парюсь по этому вопросу. По уходу за телом у меня вот такой вот от особой серии крем для бани и сауны будет. Это вообще крем универсальный, хоть лицо, хоть тело можно мазать. Потрясающий гель, ой, крем, извините. Вот. Он очень классный. Я рассказывала, что когда-то его приобрела и взяла с собой в Питер. И там загорела, и даже сгорела очень сильно. Это как раз 18-й год был. А я взяла с собой вот такой вот крем. Никаких надежд на него не возлагала. Ну, единственное, что у меня там было, воспользовалась. И вы знаете, вот это же банная серия. И вот это вот все, ну, какие-то такие неприятные ощущения проходили. Конечно, я очень сильно сгорела, поэтому да, он на какое-то время облегчал. У меня в первый день вообще была температура. Но, тем не менее, вот эти болезненные ощущения крем сглаживал, а на следующий день вообще стало легче, и все гораздо быстрее у меня прошло. И даже когда вот, знаете, на холоде придешь, как-то вот эти, если микротрещины появились, мажешь руки этим кремом, и, ну, становится поприятнее. В общем, хороший крем, могу посоветовать. Дальше для лица на утро у меня гель Карина от фабрики Свобода. Он шикарный, я его тоже всегда хвалю. Был момент, когда у меня сильные высыпания были и прекратились на следующий день после использования, а то, что уже было, прошло быстрее. На вечер, как всегда, знахарь с экстрактом женьшеня, потрясающий крем, который мне очень нравится. Он кожу не делает лучше, но и не позволяет становиться ей хуже, а значит, работает. От Фаберлик из серии Beauty Cafe ванильное лакомство, крем для рук. Давно у меня в запасиках, мне эта серия очень нравится, и вот пришло время использовать. Я бы, конечно, с удовольствием подержала его еще в запасах, но все равно же сроки годности будет обидно, если пропадет этот шикарный аромат. А для ног у меня крем от марки «Каждый день» с Чистотелом. Ну, лично меня он полностью устраивает. Я не знаю, как будут с проблемными ногами. У меня ноги не в идеальном состоянии, но не в убитом. Мне хватает, меня устраивает. Дезодорант у меня, как всегда, Adidas. Больше всего я люблю Get Ready с ярко-розовой крышечкой, но
Сейчас у меня вот такой вот, и меня он тоже полностью устраивает. Он защищает от запаха, от пота и не вызывает привыкания. И еще я не так давно покупала салфетки для снятия макияжа Ашан с птичкой. Здесь мицеллярная вода, 10 штук. Я никогда ими не пользовалась. Взяла на всякий случай, чисто в дорогу. Соответственно, если поеду в Питер, то воспользуюсь, если нет, будут пока лежать. Ну, в общем-то, это все. Вроде ничего не забыла. Если забыла, не страшно. Если видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Заходите в Инстаграм 3 семерки, рыжая 3 восьмерки. Я благодарю вас за просмотр. Желаю здоровья, настроения, вдохновения во всем. Хорошей, интересной косметики, чтобы она вас радовала, хорошо действовала. Ну, и до скорой встречи. Всем пока-пока.